В 2020 году в Московской области 188 врачей и фельдшеров стали участниками программы «Земский доктор», созданной для поддержки медиков, привлекаемых на работу в сельских организациях здравоохранения. Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев отметил, что в нашем муниципалитете в программу попали 11 специалистов. 4 врача-педиатра, 3 участковых терапевта, а также кардиолог, врач общей практики, стоматолог и невролог. Для нас это стало хорошим кадровым подспорьем, добавил он.